Продолжение спуди эпопеи, чуваки. Fight and defeat 10 hidden symbiotes. Ладно. Так, подожди, стоп. Я забыл управление, подожди. Где челик? А чё они в меня... А чё менты-то в меня стреляют, лол? Почему копы-то в меня стреляют, лол? Так, подожди, а 0 из 10, а где они? Find and defeat 10 hidden symbiotes. Подожди. Че это желтенькое, может туда? Так, стоп, как прицепляться-то? Так, стоп, опять забыл все управление. Ты чё это? Блять, как их найти? Ты смотри, они реально у меня... In black suit. For pull and hold L3 in black suit. Чего? Я не успел прочитать. Ой, что это было?
Все, я понял. Вон какой-то. Здорово, Реракс. Здорово. Как жизнь? Почему они меня боятся? Я же... Friendly Neighborhood Spider-Man. Чё-то не, нет нигде. Нормально, ну, заебись. Что это? Что он мне показывает? Так, нет, ну его нафиг. О, ласт. Так, репорт у Вульверин, окей, гоу. Где-то тут недалеко как раз был. Так, погоди, где он? А, вот он. А, L1, все. Да! Оп, 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 тише, тише, тише. Good job, Spider-Man. He took out enough of those creeps to give us a chance. Thanks, but I have a bad feeling this is gonna get a lot worse before it gets better. If we don't stop this, the city will fall into chaos. I'm pretty sure we achieved chaos quite a while ago. How about a little less joking and a little more fighting? Okay, okay, look. We have to find the source of these people. I have a feeling that Venom is behind this. I suggest we split up and look for... Я думаю, может, Венет поиграть, как его, в новый South Park. Hunt Venom Down. Так, это я давай, это я хочу. Веном это заебись. Они сейчас его нафидят, нет? А смотри, он их делает своими рабами. I don't recall inviting you, Parker. What are you doing to these people? Don't you believe in adoption, Parker? After all, you're the mommy. Kids, come meet Parker. Show Parker how much we love him. А где остальные-то? Фейл ты, хер с ним, окей.
Ого! Something this disgusting could only come from you, Venom. Блять, заебал. Короче, надо в блоке посидеть. ХПшечку восстановить. Понял. Не дурак. Блять, третий удар он постоянно... Класс, где я? А у него жизни отнимаются, почему? Может, мне эту херату надо? Понял, все, надо было эту штуку разбить. Почему я не могу в него подлететь на паутине? Почему он хилится-то? Чего это за звук? Thank you.
Ой. У него хоть отнимается что-нибудь? Да ёбаный... Блядь, шикарно! Охуенно! Вот он скачет-то прям как в Ultimate. Мои хп справа, его слева сверху. Блять, он хилится. Чё сделать? Да не, отнимается, ну... Просто по КД хилится, я не понимаю. Да почему ты... Так что, по сюжету так надо, что ли? Просто за ним бегать, его нельзя, типа, убить? Ух, ё-парасоте, тут яйца надо эти выносить. Смотри, они людей прям туда закидывают. Он фуловый. Надо яйца ебаные убивать. Блять, а как с такой камерой это сделать? Сейчас его не убить никак. Насколько я понял, надо яйца хуярить эти. Да уйди ты от меня! Ты что творишь-то? Блять, охуенное управление! Ну давай! Хорош! Так, где враги? Бля, дичь какая! Жесть какая! Сложно! Да отъебись ты от меня, ну а! Бля, вот это яйцо! Изи, изи просто разбить. Не-не, надо яйцо по-любому. У него хп не отнимается, когда он это... Пока яйца живы. Только я рандомно херачу, я не понимаю, как по стенам нормально карабкаться. Вот в этом беда. Если попаду, то заебись. А если нет, то не заебись. О, смотри, ну не хватил.
чуть-чуть не хватило. Ты чё, рофлишь? Так. Вот теперь у него отнимается ХП. Чё ты? Ой. Да ты ж... Бля, хорошо, хоть ХП восстанавливается, только дико медленно. Еще эти микроуебаны. Да, естественно, лучше этого цепануть и оставить ему ХП на один удар. Просто, блядь, гениально, нахуй. Чё ты от него отпрыгиваешь-то? Да слезь ты с этого ебаного дома, ну а, ну, ну как так-то? Где этот петуч? ХП мне нужно, ХП. Восстанови ХП. О, восстанавливается, восстанавливается. Так, отцепись, камера, камера, где моб? Чё происходит? Ну убей ты его, ну... А! И этого теперь! Давай, давай, давай! Почти разъебал. Ой, блядь! Хорош, хорош! Есть! Есть! Спайди Веном убил Венома. Ну не убил, победил. Он опять куда-то съебывается. I had no idea how many of these pods Venom had made, how he did it. But I knew I had to stop him from pulling any more people into them. Не долетел. Destroy 3 hives. А как мне найти этих hives? Спасибо. Спасибо, Горыныч. Так, надо уничтожить 3 этих кокона, да? Правильно я понимаю? А тут чё? Блять, тут этот росомаха. Стоит, не помогает. Блять, человек X. Так, как хайвсы-то отмечаются на карте, надо понять. Вот это говно, может? Блять, или нет? Чё, скачал себе этого-то? Сао. А, вот они. Да яйцо бей ты, ёпрст, ну. Сколько у яйца жизни осталось? А, я его даже еще не коцал. А, 77,3, ну. Почти. Ну, у меня вот что-то он ставился долго.
Ну и скорость там тоже была пипец, там только под конец разогналось там мегабайт 5. А, скачал быстро. Я просто думал, ты еще скачиваешь 77%, а ты уж ставишь. Ну тогда нормально, чё. Главное, чтобы заработало. Где-то здесь же должен быть он. А, вот он. Бля, я иногда себя путаю. Где я, где они. Ты чё пришел, слышь? Цивилиан, иди отсюда. Мне кажется, так и будет, Горыныч. Скорее всего. Так, ты отстань, не хочу его спасать. Мне после первого раза хватило горького опыта. Блин, у меня на самом деле столько разных комп вроде как уже выучено, а я пользуюсь дефолтными вообще. В смысле, все вперемешку? Не понял что-то, в смысле? Смотри, как далеко до этого кокона, а? Ну да, 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 какой-то Axel World versus Sword Art Online, ну да. Другого нету. Блин, чувак, хоть такой есть. Чё-то я не понял, а где хайф-то этот? О, лол, нифига, прям, смотри, прям на улице. Бля, кайф. А я плавать умею, серьезно? Вот это круто. Я думал, что я как этот. Какая там часть GTA-то была, где он воды боялся? Vice City. Так та, ты сиди. О, матрица! Я только не пойму, что там 8 гигов оперативы-то требует. Она выглядит-то вроде... типа так себе. Ну да, ну кроссовер, да. Что там, электро уже мигает? Видел эти отблески. А, да, серьезно? Хуй знает. Чего они там нахуй вертили?
Блин, я ж сам вперед двинулся, хотел этот подпрыгнуть на паутине вместе со Спуди. Конечно, похуй. Ну, мы же с тобой, когда сидели позавчера, смотрели скрины в Стиме, по-моему. ХЗ, ну, ничего там супер такого, прям, великолепия там, скажем так, нету. Так, и чего? А, во. Шоковая терапия! Вот электро ебаный. Ненавижу электро. Но тут он вроде как выглядит, ну, так, ортодоксально. Надо побриться, наверное. Вот, не, тут хотя бы костюм у него классический. А не просто какое-то голубое говно, сделанное из энергии. Куда ты? Go after Electro. Слушай, по-моему, во всех играх надо преследовать Электро. На, ёпта. Да ладно, чё это же Электро, чувак. Ой, это было неожиданно, ладно. Ой! И чего? Он улетел куда? Чего у него жизни-то не отнимаются? А, типа... Все заскриптовано. Вообще все. Да. Я даже не стал на паутинке притягиваться, просто подбежал. Прикинь, насколько Электро охуенный враг. Ладно, вот. Надо просто бегать, забить на эту паутинку и бежать. Потому что иначе он меня обнет. Блин, лучше бы он по городу бегал. Вот по крышам мне не очень нравится гоняться за кем бы то ни было. Все, съебался? Шикарно. А эти стоят. Охранники, ёпты. Судоку разгадывают.
Где он? Ну как туда? Дефит симбиотис. Ага. Хуя ты. Дерзкий симбиот. Короче, надо убрать эту камеру, чтобы за ним не следил. Я проще так сориентируюсь. Нужно просто за ним бежать, я так понимаю. Ну а как его сейчас убить? Никак. Куда, ёпарасоте? Ты видал? Не, я с этой камеры реально иногда блевать охота. Поймал петуча. Опять хп не отнимается. Так и чё, я так могу до бесконечности делать? Электроэскейпинг! Игра сломалась! Пиздец! Она конечно, ну это... Вот это баги, кайф! Блядь, дефит симбиотис опять. Нет, Спайдермен, с такой камерой я сомневаюсь, что ты вообще что-нибудь сможешь сделать. Блять, вот как это? Вверх ногами все? Непонятно вообще. Took
everyone in the building. Electro, you can't understand. I understand everything. I did my time. Да как пролезть-то? Я не понимаю, как пролазить. Блять, Каев! Так, потихонечку. Ты будешь хилиться, нет? О. Так, куда идти-то? Ладно, так и буду, короче, если она тут не убегает. Крыша-то будет, нет? Блять, электро куда-то уёбывает. Куда? Да в воду его столкнуть, да и все. Блять, он сбежал. Спасибо, охуительное управление. И чё, мне теперь с самого начала эти муки? Не электро, блять, отвратительные везде, на самом деле, как босс. У него жизни-то осталось, ну вон. Там болты жизни. Ну ладно, хорошо, хоть не с самого начала, на самом деле.
Там и линейка эскейпа даже еще не заполнилась, а он уже исчезает. Как такое может быть? Куда за ним бежать? О, может быть, на этом попробовать, или? Ой, даун! Блять, как сложно сделать нормальное управление, блять, в игре про спуди. Ебануться! Просто, блять, такая сложность, что пиздец. Да бей его! Интересно, можно было его сейчас здесь заобнить или нет? Каев, блядь, каев, нахуй! А, окей, это нормально. Это или нет, или... настройки... Фуй, я забыл, что тут кутеед есть. Давай в куте его и заовним. Или нет? Он сейчас суперсилу наберет, у него там... О чем это говорит? О том, что Электр реально долбоеб. То есть он сам себя выебал. Move in. Target neutralized. You didn't have to shoot him. You answer my questions, mister. Max! Max! That's my brother! I have news footage of you. Let go! He's my brother! No! Ёперес, вот это ладно! Вот это прикольно! Электровеном, это вообще класс! Ох, нифига. Чё купил? Хер его знает. Everybody was on my tail, and no one knew that the real problem was Venom. Well, no one but me. Peter, where are you? MJ, are you with Luke? Yeah, I'm fine, but Peter, they're closing the whole city. The cops just told us. What do you mean, closing? All the bridges, tunnels, no one leaves, no one gets in. What is happening, Peter? SHIELD thinks it's a disease. It's Venom, the thing it's reproducing. Is it? Он там что-то все горит уже, смотрите. Mary Jane, I'm so sorry about everything. Do what you have to do. I believe in you, Peter. I'm gonna check out one of these bridge closures. I'm okay. Just come back to me. I always do. Investigate commotion. Go.
Опять там везде пожары, все горит. Интересно, игра близится к завершению или нет? Я вот помню, что в прототип, когда я играл там, город превращался просто в кучу говна по ходу игры. Вот в Ultimate можно было ползать по паутине. То есть ты пускаешь паутину и ползешь по ней вверх. Ну, там или вниз, соответственно. Я так и до сих пор не понимаю, зачем это надо сделать. Ну, типа, зачем это было сделано вообще, такая возможность. Ну, типа, это же бесполезно. Ой, да нет, в смысле, я хочу. Ой, Кингпин, серьезно? Блин, в этом Web of Shadows все, кто тут уже был? Black Cat был, Wolverine был, Venom был, Electro был, Стервятник был, Кингпин, 6 уже, 6, кто-то еще по идее был. Нет, Жук, по-моему, не в этой был. Да, Жук не в этой игре, по-моему, был в Ультимейте. Да, то был в Ультимейте, но все равно уже 6. По-любому еще будет... Я не знаю, кто. А может и не будет никого. Ну, Last Boss, это очевидно, Веном. Come to think of it, where are Richards and Stark? Oh, I'll try Richards first. You've reached the headquarters of the Fantastic Four. Read Richards, please. For analytic data systems, press 1. Еще и звоним Фантастической четверке. Возможно, здесь кто-нибудь будет еще и из Fantastic Four. Fine. I'll try Stark. You have reached Stark Tower. Zero. Operator. Due to a public health emergency, Stark Industries is closed. Who am I kidding? If he could be here, he would be. Maybe Hank McCoy. Your call cannot be completed as dialed. Хэнк Маккой. Подожди, знакомый. Кто такой Хэнк Маккой? MJ, it's me. How are you doing? I'm okay. I'm helping good. That's good. Hey, listen, I have a crazy idea that might save us. I'm going to Riker's prison to get a mad scientist to make a bomb to destroy the Sin things without hurting any of the people. I know the Tinkerer's in there. Uh-huh. Of course, I'm going to have to break out of prison because S.H.I.E.L.D. and the police are after me. Hank McCoy. Uh-huh. Mary Jane? I'll be breaking the law. Okay, look. You have to do okay. What you think is right. Thanks. Gotta go. Okay, time to do something drastic. Spider-Man, you realize that cell phones are not secure? Of course it does. A clever way to call for help, young man. No, actually... Don't do it. You have the right idea. You'll be a criminal. You'll save the city? Hey, you want to do the right thing? It's not that simple. Of course, hey! Rikers, it's an island. I need to fly over there. Volunteers? Блин, Господи. Полетим с этим, с белым челиком. Riker's Island, a maximum security prison, which makes it an ironic place to commit my first crime. I didn't know how I was gonna find Tinkerer. I knew he was in the main cell. Tinkerer?
Тут еще Тинкерер? Я не ослышался? Он реально сказал Тинкерер? Good luck, Spider-Man. The power of Khonshu is at your side. Это что, стелс? Find the way, breakthrough, surprise in the walls. А чё тут? Перелезть, да и всё. Долго, что ли? Кто это? А, это просто охрана. Смотри, они вообще ваншотные. Рино! Блин, а как тут вызывать союзников на самом деле? Я сколько уже играю, так и не понял, как союзников вызывать. Press треугольник while near Рино to ride him. Ого! Ну-ка давай-ка! А где Рино? Рино! Меня-то чё ты? Ой, блять, еще эти. Давай! А, ну мне надо на Рин, да? Только я что-то не понимаю, куда надо прорваться-то? Через какие стены-то надо прорваться? Я не вру. А может надо зажимать? Не, ну отметьте хоть, в какие стены надо пробраться. Ну вот, блять, вот сюда могу пробежать. Какая хуй разница? Чё не так-то? Бегает он там и бегает, и чё он мне? Хуй бы с ним. Я сам тут все сломаю. Чё там было написано? Вот. Блять, а как его?
Так и что, он стоит на месте? Форсхим интеррейдж мод. И нахуя? Это, мне вот так вот надо потихонечку его к тем воротам? Но это же жесть. Что-то я не понимаю, как-то странно, делает пару шагов и все. Нахуй ты прыгаешь? А что делать и чего? Restricted area. Блять. Очень быстро, я не понимаю, что там написано. Чё они пишут? Чё-то X, блять, ху X. А помедленнее нельзя показать, что делать-то надо. Я и без него, блядь, могу туда залезть. Нахуй мне нужен-то этот Рина? Вот что ли? Правильно, нет? Неправильно? Блин, я не понимаю. Ну и вот он залез к рогам своим в это ворота. И чего? А есть что-нибудь почитать-то? Нет, походу, да? Блять, сейчас еще убьют. Ой, каев, каев. Island. Good luck, Spider-Man. Ладно, в пизду. Попозже, чё ты меня... Не понимаю, чего надо делать, как ворота в какие-то. Потом загуглю на ютубе, посмотрю, как это проходится.